холодает. Все, что нужно туристу в осеннем и зимнем лесу, это, естественно, кроме еды и ночлега, естественно, тепло. Сегодня я вам покажу один, не побоюсь этого слова, лайфхак, как сделать из одного длинного бревна хороший долгоиграющий костер, тем самым расколов его на две половины, не распиливая повдоль. Суть в том, чтобы продлить горение вот такой вот длинной чурки. Мы ее надколем с одной стороны, вот таким вот образом здесь сделаем прокол, чтобы с одной стороны полено развернулось, а с другой осталось целым. Внутрь потом мы набьем хорошо горящего материала, каких-нибудь щепочек и так далее, подожгем, и огонь, естественно, снизу пойдет наверх, и полено начнет медленно гореть, и с этой стороны будет отражаться очень хорошая доля тепла, ну, в сторону вашего ночлега, палатки, просто какого-то похода и так далее, и так далее. Приступим. Трудозатратно, но зато такое полено будет гореть где-то 2-2,5 часа, отдавая очень хороший процент тепла. 4 таких полена вокруг вашей ночлежки, и вам как минимум полночи будет точно очень тепло в любой холод. Продолжаем. Если у вас топорик невелик и не тяжел, а расколоть надо, можно воспользоваться естественными утяжелителями. О! Класс! Готовченко! Опа! Вот, как говорится, нет ничего невозможного. При должной доле смекалки, как видите, полено не расколото до конца, для того, чтобы оно не разваливалось. Сейчас мы сюда положим каких-нибудь сухих веточек, подожгем и будем ждать, пока внутренность чурки просушится и начнет потихоньку воспламеняться. Вот так это и работает. Поджигай! Поджечь таким образом можно абсолютно любую древесину. Единственное, что над сырой древесиной нужно будет заморочиться чуть-чуть посильнее. Будьте в безопасности, используйте этот лайфхак и всегда будете в тепле даже в самые лютые морозы, которые, кстати, уже не за горами.